Елис, рассказывай, какие у тебя там одноклассники? Они все разные. Есть и ужас, есть и супер такие. Ужас — это кто? Венюс, мой друг. Твой друг Венюс. Ты с ужасом дружишь, понятно. Да. Еще кто есть хороший, образованный? Есть одна девчонка, которая разговаривает как спикер. Ты с ней не дружишь? Дружу. Дружишь. И? Она не разговаривает как мы, она разговаривает, все правильно читает. Все вот эти вот «я поделаем», «эдедеем», «гидедеем». И пишет тоже так же. Все запятые ставит, все точки ставит, все правильно пишет. Все так, резми. И как к этому относятся одноклассники? Одноклассники чувствуют все... Они все, они, мы практически все чувствуем себя как это... Как колхоз возле меня. А учителя что говорят? Учителя удивляются из-за того, что они так разговаривают. Потому что учителя сами так не разговаривают. Как они разговаривают? Как мы, как бы практически. Чуть получше. Ну вот видишь, надо стремиться к лучшему. Бери пример. Она один раз нам в группу написала, Ранджи группу. И все перепугались, подумали, что это учитель. Вот, потом только мы поняли, что это не учитель. Потому что мы такое разговариваем в группе и такое кидаем. Так что лучше этот полный дисциплин будет нам весь классу, если кто-то знает.